Что касается провокаций на митингах и так далее, я уже говорил по этому поводу. Рассчитываю, что никто до этого не дойдет. Все будут оставаться в рамках конституционного поля. И провокации в отношении правоохранительных органов, они не достигнут своей цели. Потому что те, о которых вы сказали, они действительно хотят каких-то стычек. И к этому всячески подводят. Готовы даже сами принести кого-то в жертву и обвинить в этом власти. Я эту методику и тактику знаю. Она уже 10 лет как пытаются ее применить. Прежде всего те, кто за границей сидит. Это точно вам говорю, это мне известно. Даже ищут так называемую сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей. Сами грохнут, извините, а потом будут власти обвинять. Ну, там такой народ на все способен. Я без всякого преувеличения говорю. Надеюсь, что люди, которые искренне хотят улучшения ситуации в стране, и использует свое право на критику, на демонстрации, что никто не поддастся на это. Но все должны.